Перед просмотром этого видеоролика хочу передать привет Артему Хайту с Advanced RP Red, Томасу Энрикесу с Diamond RP Quartz, Диасу Каменову с Advanced RP Red, а также Илье Будкову с Advanced RP Purple. А если вы хотите, чтобы я также передал привет именно вам, то пишите в комментариях «Райли, передай привет» с указанием своего ника и сервера, на котором вы играете, и я обязательно его передам. А мы переходим к просмотру этого видео. Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Райли, рад приветствовать вас на своем канале. Я продолжаю играть в САП на сервере Advanced Replay Purple. Ну что ж, дорогие друзья, я по-прежнему нахожусь в мафии. Я сейчас хочу вам рассказать историю, которая только что произошла буквально 5-10 минут назад со мной. Я вот ехал за патрончиками на авиа, да, чтобы повыситься в ранге, хотя бы до второго, это уже как-то надоело на первом ранге тусоваться. Вот. Поехал я до авианосца. Ну, сейчас тоже как раз поедем и буду вам рассказывать про этот случай. И вот, еду, вроде ничего не происходит. Что? Не понял. Какое ДБ? Лол, ребятки, сейчас перезайду. Меня только что главный администратор кикнул просто так. Вот, какое ДБ? Я просто сел в тачку, и меня, короче, кикнули. Не знаю почему. Как вы видели же, я ничего не делал, в принципе, сел тачку и поехал. Да, может, конечно, ID ошиблись, но... Ну, может, они уже написали извинения там всякие. Ну, да ладно. Продолжим, вот, чем я там остановился. Да, вот, как там, я уже забыл, о чем рассказывал. А, приехал я, короче, еду-еду до авианосца, да, вот. И, короче, прыгаю с моста, ну, чтобы патрончики забрать. Там шлагбаум открыт. А вояк, короче, нет. И, короче, прыгаю, и сразу там какая-то арава вояк появилась. Вот какая-то колонна появилась вояка, и они начали ехать туда. И я вот прыгнул, и они начали меня просто долбить с тачками своими. И, в общем, я уехал, вырвался как-то. И за мной, короче, поехал какой-то неадекватный военный, вот типа такого. Вот типа такого, только на Хаммере. Начал меня таранить. И, короче, доехал до меня. До моего дома, короче, доехали вот мы с ним. И, в общем, меня кикнуло. Не знаю почему, но меня крашнулась игра. Вот. Ну, давайте-ка повторим этот мой хороший вот случай. Только наденем уже маску, чтобы как-то, не знаю, вот... Более безопаснее быть, чтобы... Ой, банк пишу. Бай надо. Бай написать. Так, аптечку купим. Ку. Ну, ку напишем. 2, 3, 4, 5, 0, 0. Ку. Так, вот, так, где моя тачка? Вот она. И я ехал на какой-то тачке. Я подписчик. Привет тебе, Diego Kills. Вот, ехал я на тачке, которая вот, знаете, на которой сдают на права вот здесь в Сампе. Вот на так уехал. Я, слава богу, на ней оторвался, потому что у нее скорость 96. А у него на Хаммере вроде 88. Вот, и из-за этого я оторвался, ребят. Но сейчас попробуем, конечно, ворваться в этот вот... Ай, блин, вон он, короче, какой-то мудила едет на в этот... на авиа, короче. А, наверное, это он меня, короче, резал. Сейчас, в общем, посмотрим. А, он хотел меня... Ха-ха-ха! Сейчас его попросим... Попробуем скинуть. Скинуть попробуем. Ну, жалко, у меня гана нету. Надо маск, блин, быстро одеть. Так, маск. Бля, маск. Все отлично. Отлично. Так, вот я не знаю, как... Участвую в конкурсе. Да, ребят, участвуйте в моем конкурсе. Кстати, вот, ссылка в аннотациях на экране. Кликайте и участвуйте. Ну вот. Блинский. Что делать? За мной уже погоня какая-то. Блин, капец, он, наверное, сообщит. О, едет на это, на авианосец. Ну да, сейчас сообщит. Давайте-ка его скинем, не знаю, как-нибудь. Как-нибудь вот так вот. Нет! Нет! Я меня сам скинул.
потерял из вида. Вот. Он уже какой-то вякой загрузился и поехал. Сейчас надо маску быстренько надеть. Маск. Все. Invisible on. Как-то Invisible вроде невидимость включена или как-то так. Вот. Английский, конечно, не все слова знаю. Ну да ладно. Вот уже подъехали почти вот к этой вот к этой дичи. Главное, чтобы никого не было. Так, надо. О, там есть пацаны. Ну я знаю, надо спрятаться. Там, наверное, уже кто-то охраняет, да? Где? Кто-то едет? Бежит? Да, вон вояка. Блин, сейчас закроет шлагбаум. Блин, он закроет сейчас шлагбаум, жалко. А нет, не закрыл. Красава, 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 респектуха, пацан. Главное сейчас не разбиться. Не-не-не, я лучше вот так вот объеду, чтобы точно не разбиться, то я знаю, блин, себя разобьюсь на ровном месте. Как тогда вы видели, я просто остановился, меня этот хаммер скинул, да и все. Я знаю, тут хорошее место, как вот проникнуть. Я тут уже как бы когда-то давным-давно проникал, но я в маске, видите, и главное, чтобы они... У меня маска не закончилась, и все было отлично. Вот так вот я проезжаю, объезжаю. Да вы, наверное, тоже так некоторые делаете. Так, вот главное сейчас здесь не упасть в воду. Так, вот здесь вот так вот. Вот так вот потихонечку. Вот, отлично. У меня маска, да, надета, отлично. Так, 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 так. Ага. Вот, вот, я уже близко. Меня тут никто не заметит. По стелсу воруем. Короче, вот так вот делаем. Быстренько сейчас берем ящик. И как бы... Так-то как воруем его. Так, он там есть. Так-так, пускай садится. Там вроде никого нет, отлично. Сейчас он уезжает. И мы сразу бежим. Так, что-то он стоит там, ждет. Ну просто если сейчас мы пробежим, он нас заметит. И подумает, что мы реально эти мафиози. Ну подождем, ребят. Подождем. Так вот, ребятушки, он уже убежал. Берем ящик. Быстренько. Быстренько. Только их нету. А вот он ящик. Так, все, взяли. Так, давай, родимый, беги. Беги, надо забить команду put ammo. Чтоб, если я вдруг его увидел, он сразу кинул ящик. Давай, родимый, давай, беги, отлично. Отлично, по стелсу работаем. Только я не знаю, как мне вылезать потом. Ладно, это уже другая проблема. Так, put ammo. Так. О, отлично. Погнали дальше. Берем второй ящик. Вроде 5 можно в эту тачку загрузить. Вообще отлично. Да, ребят, отличная тема я придумал. Точнее, вспомнил своего опыта. Немалого в сампе. Так, берем, быстрее бежим. Жалко, нельзя быстрее бежать с этим ящиком. Блин. Давай, родимый, беги. Главное, что... Вот, кстати, если я вышел из машины, мою тачку видно на карте, а меня нет. Вот, они могут увидеть тачку и, короче, ее к ней подбежать и ее скинуть в воду. Меня, конечно, не заметят, но мне надо уложиться в 10 минут. Это будет отлично. Так, все, положили сколько... Так, интересно, когда я надел маску? Так, маску надел 42 минуты. Блин, у меня еще 4... Ой, садимся, быстрее. Так, сели. Так, там вояка вроде бегает. Да, там вояка бегает. Ну ладно, блин. Что делать, не знаю, у него ган по-любому есть. Блин, что делать, ребят? Надо выкручиваться как-то. Так, надо выкручиваться. Так, он там, да? А может у него как бы красть эти из ящика? Реально, ребят, красть у него из машины. Так, сейчас я сейчас за ним наблюдать буду. Так, на камеру удалить. Так, удалил камеру. Вон он бегает.
Take ammo, take. Take ammo. Так, он вроде что? Что он делает, интересно? Так, он уезжает, да? Нет, он не уезжает. Так, 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 главное, ребятки. Ребятки, пацанятки, не лохануться. Так, он меня не видит. Вообще, по стелсу работаем, ребят. По стелсу работаю. Лукас за это, ребят. Лукас. Так, все, работаем. Блин, блин, не успел. Не успел. Не успел. Садимся в тачку. Подождем, ребят, еще подождем. Надо терпение. Вот надо вот добежать. Так, он ящики там закончил. Сейчас берем take ammo и загружаем к себе. Так, put ammo, put. Все, погнали. Погнали. Так, берем, берем ящик. Быстрее, быстрее. Блин, не успел. Блин, не успел, ребят. Не успел. Блин, жалко, ребят, не успел. Так, побежали. Бежим, 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 бежим. Бежим, 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 ребят. Бежим, бежим, бежим. Бежим. Есть. Отлично. Садимся. Сели. Вообще жесть, ребят. Это просто эпик. Эпик. Ребят, эпик. Побежали. Бля. Не-не-не, все норм, все норм. Бля, ребят, жопа, жопа, жопа. Жопа, бежим, 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 быстрее, быстрее, убегаем, убегаем отсюда. Ребят, понабежала вояк, короче, сваливаем отсюда, сваливаем отсюда. Блин, три ящика, блин, ребят, это вообще по стелсу работаем. Ну как, все, короче, у меня сейчас маска уже заканчивается. Давайте-ка уже уезжать отсюда. Потому что, ребят, это как-то вообще прям ух, адреналинчик. Надо еще раз это попробовать. В следующий раз как-то, но уже как-то, не знаю, вот с кем-нибудь попробовать вот эту тему, вот реально по стелсу, вот воровать патрончики. Вообще, вообще прикольненько я придумал. То с ним вспомнил. Так, 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 так. Надо быстренько сейчас улепетывать отсюда. Блин. Блин, там шлагбаум закрыт. Нет, 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 не закрыт, быстрее уходим, вот так. Ок, проскочили, отлично, отлично, ребят, проскочили. Еее! Ура, ребят, вообще жесть. Вообще, просто, ребят, на стелсе работаем. Вообще, просто, ребят. Я вообще рад. У меня получилось это. Ну, конечно, не так хорошо. Два ящика, конечно, лоханулся, но уже маска сейчас должна пропасть скоро. Вот сейчас пропадет. Там надо сейчас на босс заехать. Та, а, я знаю, куда заехать. Надо объехать просто ЖД вокзал. И там уже, в принципе, закончить. И поехать до этого, до мафии, разгружать эти патрончики. Фух, и повышаться. Вот так вот работать надо. Ну, конечно, да, ребят, это очень интересно. Мне понравилась, кстати, вот эта идейка. Вообще вот. Я даже удивился, что я вспомнил такую тему. Да. Тогда просто забыл. Ну что ж, дорогие друзья, пора заканчивать на этом серию. По стелсу поработали, потрили патрончиков. Довольно-таки неплохо получилось. Ну что ж, спасибо, что вы меня смотрели. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и ждите новых серий по GTA Samp. С вами был Райли, всем удачи и всем пока.